Ребята, всем привет! Приглашаю на свой мастер-класс по построению маркиза из черного металла. В этом мастер-классе мы разберем построение маркиза. Я вам покажу, как мы это делали в своей студии и что у нас в итоге получилось. В данном мастер-классе мы поработаем с глобальными параметрами, ну и с их помощью мы создадим наш маркиз. Разобравшись в работе с глобальными параметрами, вы сможете создавать небольшие конструктивные элементы, делать их параметрическими, и вам не нужно будет для этого создавать семейство. Ну и, конечно же, реализация наших маркизов. Они у нас получились очень крутыми, и они стоят того, чтобы замоделить их в Revit.